В общем, план был такой: я, Миша, Даша и Саша должны были ехать в Ровно, но я, значит, попал в аварию, попал на кругленькую сумму в этот день, но все равно мне это не помешало поехать с ними в Ровно. Смотрите. Всем привет, друзья, и мы едем в Ровно. Я, Миша и большая компания друзей. Короче, да, вот. Не, мы без подруг, мы сами. И мамка, короче, вот, ребята, значит, мы едем еще. Миша, расскажи какую-то историю интересную. Ну, все моє життя, це одна суцільна цікава історія. Сам скажи, я твій один із кращих друзів. Так. Да. Ну, кращий друг – це моя права рука. Мы уже в Ровно, если ехать в Ровно, нужно быть в вагоне. Но мы не делаем им рекламу. Нет. Это плохой клуб. Значит так, Миша, ты рассчитаешься, да? Нет. Даша, ну как тебе, понравилась еда или нет? Можешь сказать моим подписчикам, что Ровно очень вкусно кормят и дешево. Чем она обидела? Да. Про мою дубину кормить лебедем? Нет. Чего? Только не плачь. Ты голодный. Актриса. Лебеди голодные. И, наверное, холодно и мокро. Ну, не надо, пожалуйста. Что ты на шее? В смысле, что мне на шее? Вот здесь. Второй подбородок ты имеешь в виду? А, ребята, иду по улице и выкупаю. Это же Саша Литвин, пи***ц. Да её никто не знает, на самом деле, я шучу. Короче, ребята, слушайте такую историю. Значит, сегодня мы идем на движ Париж в один клубец. И Миша купил нам всем носки. Конопляные носки, которых у меня уже 17 пар. Это будет моя 18-я пара конопляных носков, да. Так что, не знаю, какая красивая архитектура. Как в Ереване. Боже. В Ереване тоже так. Вот так гуляешь по парку, и тупо архитектура такая красивая. И стоит по миллиону долларов за один монумент. Конечно, в этот. На металлолом сдать. Кого? Там не то, что миллион будет стоить. Ну вот это вот все. А если тебя на металлолом сдать, сколько будет денег? Хотя я тебе в лабар сдам, заложу. Не, сколько будет денег, если тебя сдать металлолом? Я бесценна. Какая я ты бесценна? Бесценна. Каждый человек стоит... Моя любовь не продается. Каждый человек стоит 220 тысяч евро. Это если застраховаться. По органам, если разложить тебя. А я застрахуюсь еще. Застрахуешься?
Застрахуй, братуху, застрахуй, хуй. Что ты мне снимаешь? Бери отраву вам. Смотрите, Даша. Даша пропитала кислотой хлеб и кормит сейчас. Давайте, давайте. Это наши хейтеры. А треба было на хлеб. Что ты делаешь? Кого наливаю? Кормлю их. Даш, Даш, покажи, как это ты делаешь. Вам все романтично сделать рагу с тобой. Давай. Это хейтеры. Дивите. Раз. Давай, романтично, романтично. Романтик. Да они его все равно едят. Скованы мы в чувства. Так тяжело проснуться нам. Закипаю, засыпаю, засыпаю. Ты кусаешь мои губы. Ты любишь, когда грубый я. Закипаю, закипаю, закипаю. Кругом голова, задыхаюсь я. Не хватает мне. Мы должны снимать Самвела. Он упал. Но мы... мы захватили. Поду, скажи. Нет. Короче, ты просто не бойся, просто я его почувствую. Да, я да. Его почувствую. Гироскоп. Равновесие. Можно? Я во Львове приехал за малым, короче, и стал там в центре. Он должен поймать равновесие. Просто так. Гума? Да. Ты катался на сегвее когда-нибудь? Смотрел этот мультик 2.5 часа и понял, что это игра. Иди. Рассказываю детям, как играть в игры. Миша, ты перестань. Но они ничего не понимают. А ты знаешь, как играть? Да, я выиграл. Я же типа зомби, я зомби не валю, да? Я валю такой. Да, да. Ты иди, иди там найдешь. Сейчас нужно будет прийти на ту эту. Короче, к ней. Серьезное лицо. Мы завтра едем, Миша? Да, вечер. Мені цікавіше живеться. Отак вот. Я навчився кататися. Щас жив тільки, щоб я не впав. А їм лиш би гаджети. Йо-йо, смотри, какой. А ти на кроваті ходила, що? Даш, давай в обратну сторону. Клас. Стрит воркаут. Боже, он придурок. Аккуратно, аккуратно. Стрит воркаут. Я долбанула. А теперь поднимай голову резко. Резко? Ти бачила, як вона обжалась? Вона така, вона каже, стрит воркаут. І така, головою по. Нормальный движ. Снег идет. Снег идет. В моем логе будет очень интересное видео. Ты снег. Це піски, я напізяв тобі. Я ж казала, що це буде робити. А який час? 2:00 утра. Ні, чесно. Одівайся, ми виїжджаємо. За шутками. За шутками. Шутка! Блін. Ну что, друзья, токийский дрифт, форсаж продолжается. Сейчас мой влог набирает интересности, значит, вот. Сейчас я буду переворачивать на большой скорости Сашу Литвин. Сейчас машину закину! Она на самом деле мне так в задницу. Здесь лицо. Да. Залепила. Сейчас дома тебе. Я добиться не надо! Оставайте его с фоткой, пожалуйста. Что бы мы могли делать в выходной день, мы, значит, пошли на каток. Кто умеет кататься, тот молодец, но Сашка у нас вообще богиня катка, богиня просто. Просто,
Страшно? Да. Смотрите, как она, блин, наверстает круги, тогда говорит, что ей страшно. Вон, Миша бы стоило волноваться. Звезды, боже, на катке, молодец. Да, как можно с тобой как ты долго учился кататься, Миша? Я хочу с тобой сфоткаться, Миша, как ты долго... Миша, как ты долго учился кататься? Я вообще думаю, а? Пять. Ты сам не видишь. Это все, что я не умею. В смысле? Максимум. Я не умею всякие повороты. Так... Чего? Ты делай вот так на собаку. Сейчас навернусь, буду снимать и навернусь. Миша, ну так скажи моим подписчикам, что ты. Класс. Я это сделал. Эй, эй, какие ты? Беззубая улыбка до ушей. Ну, ну улыбись, покажи беззубую улыбку. О, хорош. Как есть? Эй, эй, как есть? А что беззубые? Ну, потому что у них зубов нету, какие-то. Им выбивают зубы. Ты специально? Не знал? Нет. Они сталкиваются и выбивают зубы. Ну, так, что, они сейчас хоть без зубы? Вони ж відразу роблять собі. Нет, они наоборот, это для них прикольно. Давай я тебя сниму, как ты ездишь. Давай, на. Я не умею ездить. Нормально. Хоккеисты, эй, эй, хоккеисты, эй. Це нереально неудобні коньки на самом деле. Я тоже, очень сильно надежно. Дуже давлю. Ніхто сюди не ходить. Рівне екватор, коньки дерьмо, воняють і порваті без сустєвок. І ще натирають ноги. Якщо хтось не знає, то це не тільки хороша модель. Меньший может быть хорошим таком. Вот. Аннабель, помахай. Эй, класс. Смотрите на мои шузы, как они светятся. Хорошо. О, мой Бог. Смотрите, как мои шузы светятся. Ультра фиолет, минусы светятся. Ультра фиолет. Класс, Миша, Миша, Миша. А что мы роном? Ну что так близко? Ну что так близко снимаю? Хотя я люблю так делать. Все. Снова тут? Я до конца жизни тут останусь, все. Добро пожаловать зараз, Миша. О май гад. И шо? Я не пошутил. Первый кидок я пошутил. Закупай, я на боулинг ходил 7 лет. Ну давай, Александр, теперь вы.
Бля, нихера не видно. Ну, короче, мы еще в кино зашли. Нельзя снимать, но я снимаю. Ну, пиратская версия. Мою залезную волю. Короче, мы играем в снежки с Мишей. Это с первым снегом ровно? Миша, прикрой! Я из-за своего капюшона ничего не бачу. Даша! Ладно, все. Предлагаю, короче, их оставить. Сэм, тебе кто-то написал на машине, что я писал, ты бачил? Что? Ох, как дела. Андона. Тяжело просто.